первого класса Даша училась на одни пятерки. На выпускном вечере ей вручат заслуженную серебряную медаль. В том, что она сдаст экзамены на отлично, ни у кого сомнений не было. Но что ей удастся набрать по русскому языку все 100 баллов, случай редкий, для самой Даши неожиданный. Одноклассники тоже порадовались. Они... Что они вообще сказали тебе? Они не ожидали. Наверное, от меня они такого не ожидали. Они были в шоке. Для того, чтобы получить такой высокий результат, Даша упорно занималась весь год. Особенно тяжелыми были последние 2 месяца. С утра и до позднего вечера она решала задания. Много помогала и поддерживала учительница Надежда Ивановна Проскурякова. Она не сомневалась, Даша наберет самый высокий балл. Я знала, что будет результат высокий, потому что для меня не было слишком сложно именно вот задание ЕГЭ. Ну что, 100 баллов. С детства Даша мечтала пойти по маминым стопам, стать врачом. И сейчас уверенно идет к своей мечте. В каком городе будет учиться, выпускница еще не решила, но точно знает – в медицинском университете. В свободное время Даша очень любит читать русскую классику. Чтение расслабляет и успокаивает. А по словам Дарьи, ее увлечение очень помогло в подготовке к ЕГЭ. Я такой человек, которому сложно справиться со своим волнением. Для меня вот это было единственным барьером, через который нужно было переступить. Ну, первое время, не знаю, первые минут 20, наверное, было, конечно, страшно, была вот эта дрожь. Потом уже забываешь вообще о том, что ты сидишь в аудитории, полностью погружаешься в работу. Семья и друзья ученицы очень довольны ее результатами. Даша сдала все экзамены и сейчас готовится к важному событию в жизни – выпускному балу. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа регион.